Այսօր Նինոց Մինդայում տեղի ունեցավ հանդիպում հեքսեպեր կազմակերպության անդամների, Նինոց Մինդայի վերադասի և բնակչության միջև։ Վերջին հանդիպման ընթացքում բնակիչներին ներկայացվել էր մանրամասներ քաղաքացիական բյուջեի նախագծի ներկայացման, լրացման և նպատակի մասին։ Այժմ արդեն քաղաքապետարան ներկայացված էր մի քանի հայտ և հնչեցին նաև բանավոր նախագծեր բնակչության կողմից, որոնց տրվեցին համապատասխան բացատրություններ։ Мы продолжаем сотрудничать с местным муниципалитетом и продолжаем, стараемся помочь во внедрении такого механизма, как гражданский бюджет, чтобы эта программа вошла в практику местного муниципалитета для развития механизма вовлеченности в принятие решений, прежде всего бюджетных решений. Ну, наверное, вы уже знаете, об этом уже речь шла, что муниципалитет выделил для программы гражданского бюджета 20 тысяч, именно для города, только для города Нинац Минда. И в рамках этой программы сегодня планируем провести такую консультационную встречу с авторами проектов. Мы знаем, что уже есть заявка. У меня есть информация о том, что одна заявка точно подана. Но мы ожидаем еще заявки. Тем более, что муниципалитет решил продлить срок приема заявки, что вполне приемлемо для данной практики. И чисто техническое консультирование по вопросам написания бюджетной заявки сегодня мы хотим вот эту встречу провести, причем не только, может быть, с потенциальными участниками или уже существующими участниками процесса, но и в том числе с чиновниками, потому что, как мы видим, очень часто не хватает реальной практики для консультирования по этим вопросам, по написанию или подготовке проекта со стороны чиновников. Это тоже нормальный рабочий процесс, поэтому я думаю, что сегодня будет еще одна такая коммуникация, полезная, нужная, для того, чтобы муниципалитет смог получить более разнообразные идеи со стороны населения и процесс прошел более эффективно, чтобы было видно дальше, как этот процесс может развиваться в Нинац Минда. Это важно. Сегодня абсолютно открытая встреча, то есть могут присутствовать абсолютно все люди, которые как сотрудники мэрии, так они могут сегодня принимать участие как граждане, не только как сотрудники мэрии, так и абсолютно любые люди, если у них есть информация, если они уже получили, если есть какие-то вопросы по этой программе, то да, они могут сегодня получить эту консультацию. Мы для этого, собственно говоря, приехали, для того, чтобы, во-первых, в какой-то мере проконсультировать, во-вторых, обеспечить поддержку вот этого диалога между специалистами мэрии и авторами проекта, или потенциальными авторами проектов, потому что, как мы видим, при подготовке этих проектов есть очень много нюансов, которые люди не знают, и это нужно объяснять. Это нормальный тоже процесс взаимообмена информацией, дискуссий. Это абсолютно здоровый процесс. То есть то, что у людей нет опыта, это никак никого не оскорбляет и не дискредитирует. Как со стороны мэрии, так и со стороны, допустим, активных граждан. Это нормально, что не было этого опыта. Именно для этого процесс и запущен, чтобы этот опыт накапливался и развивались такие взаимоотношения.